Южноуральцам станет проще отдыхать и работать в Европе. В Челябинске открывают новый сервисный центр для оформления виз в Чехию. Теперь, чтобы получить заветный пропуск за границу, не придется ехать в Екатеринбург. В южноуральской столице и отсканируют отпечатки пальцев и сделают фото. Сейчас это весьма кстати. Турпоток в Чехию из Челябинска за год вырос более чем в 2 раза. Новый визовый центр расположился в самом центре города, на улице Карла Маркса, 38. В офисе работают сразу 8 окон для оформления документов. Этот центр выдает разрешение на въезд в Чехию на 1, 2 года или на 5 лет. Отмечу, что Челябинск – 4-й город в России, где есть чешский визовый центр. Такие открыты еще в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 1,5 года назад, когда я приехал, это был из Челябинской области, мы получили где-то около 12-13-15% виз, да, заявок. Сейчас это уже 30%. Это растет. Добавлю, что сейчас в центре можно также получить документы для поездок в Эстонию и Грецию. А в скором времени здесь планируют оформлять визы и в другие европейские страны.